Надеюсь, вам понравилось. Да, были небольшие казусы, но, в принципе, мероприятие прошло хорошо. Надеюсь, вам тоже понравилось. Нам Костя не понравился. А Володя понравился? Да мне пофиг! Нам 60 долларов. Так, награждение происходит в главе администрации Дняковского поселения и вам от Ринкова. Мы распределили так, что отмечаем двух лучших игроков из команды и, соответственно, места по командам. Начинаем с третьего места. Третье место награждается команда Торнадо. Рано хлопать. Ну, команда. Какое место? Команда третья. Там надо. Нет, мы второе. Капитана-то нет, что ли? Они второе место заняли. Хоккейная команда. Хоккейная команда. Красная звезда. Красная звезда. Третье место. Давай, иди фотографируй. Хоккейная команда «Торнадо», дядька, второе место. Хоккейная команда «Молот», первое место. А это лучшие игроки. Всего три, да? Нет, вот еще три. Ну, давайте все. Так, лучшие игроки. Лучший игрок команды «Красная звезда» Дмитрий Леонтьев. Лучший игрок команды «Торнадо» Андреев Максим. Лучший игрок команды «Молот» Морозков Алексей. Морозков. Так, также награждается по хоккейному турниру Масленников Иван. Награждается «Торнадо» Евгеньев и Евгений Титов. Так, а здесь имя? Так, Кублинский. Кублинский. Алексей. Ну что, в целом молодцы. Я думаю, вы познакомились, вам было интересно. И это положено начало. Удачи, чтобы из дворовой команды выросла серьезная команда поселения. Давайте выйдем на улицу и сделаем одно общее фото. Пойдемте на улицу.